26 сентября 2024 год. Значит, еще одного до тщеславия. 12 августа, полтора месяца назад, я сказал, нападение на Курск закончится чем? Сначала Путин будет затыкать срочниками дыры, потом объявит мобилизацию, ну и не применит в конечном итоге, если ничего не будет получаться, когда ничего не будет получаться, применить ядерку. Что мы имеем на данный момент? Срочники у нас в плен попадали, срочниками затыкали. Мобилизацию Путин штатно увеличил численность, сейчас будет набирать, дабы не так дорого обходились, как контрактники. То есть уже объявил, да, штат, увеличение штата. И давеча Путин объявил о том, что теперь у них меняются нормативы, или как сказать, ориентиры, по которым он имеет, доктрина, ядерная доктрина, по которым он может применять ядерное вооружение против агрессора. Да? В общем, во всех трех случаях я угадал, пока еще только не применял ядерное оружие, только угрожает этим. Да? Сказал, что все, вот последнее 365-разовое очередное китайское предупреждение, после этого будем применять ядерку. В общем, во многом я оказался прав, да, по поводу часового яра, что не возьмут, я оказался прав, 9 мая, сегодня у нас сентябрь месяц заканчивается, по поводу Покровска я сказал, что дойти дойдут, взять не возьмут, тут они уже уперлись, стоят там, хрен его знает сколько, да, Синькивка, третий год, опять же, говорил, что не возьмут под Купянском, уже, ну, третий год, серьезно, третий год, то есть сентября 22-го, сейчас сентябрь 24-го. Я к чему это все веду? К тому, что мои слова чего-то стоят, да? То есть стоит прислушиваться. Что я хочу сказать, ребята? Из двух государств, Украина и Российская Федерация, на этой планете останется лишь одна. Я вам серьезно говорю. Не смотрите на ООН, не смотрите там на каких-то американцев, на европейцев. Я обращаюсь сейчас к украинцам. Невозможно, никакие, Путина действительно не интересует там конкретно Донбасс, конкретно Харьков, бедный мой, сейчас по метростроителе прилетело 300 метров от моего дома, блин, убило сколько людей, эти тварюки, блин. Еще раз говорю, Путина не интересует Харьков, Киев, Путина интересует отсутствие Украины как таковой или превращение ее в подобие Белоруссии, где этот, блин, корнеплод будет сидеть усатый, такой же наш, ну, как Янукович это, да, был. И делать то, что скажет этот плешивая моль или любой, кто сядет на его место, на этой плешивой моле. Так что, ребята, не обманывайте себя. Мы должны стараться набираться сил, разрабатывать свое вооружение, разрабатывать свои тактики, разрабатывать свои стратегии. Чем меньше мы сейчас, говорит он, Умеров, министр обороны, говорит, что мы нам на 80% зависим от западных поставок. Нам надо это дело решать. Никакое перемирие сути дела не поменяет. Я в 2014 году воевал, в 2015 демобилизовался. Прошло сколько? 8 лет, да? С 15 по... Господи, сколько? 7 лет. И я опять, меня мобилизую, да? И опять с теми же россиянами воевать. И точно так же будут наши дети, наши внуки и так далее. Пока мы не доконаем эту рашку, ну, Российскую Федерацию, этот режим, она отслаивается потихоньку. Вы поймите, что не надо думать, что она вечная, она там... Нет. 150 лет назад, 1866 год, площадь Российской империи... 24 миллиона километров. 24, почти 24 миллиона километров, нам чуть-чуть не хватает. Сейчас эти 17 миллионов. Ушла Финляндия из-под Российской империи, из-под России. Ушла Польша. Ушли там, я не знаю, Казахстан, Узбекистан, там куча всего. Украина ушла. Сейчас пытается вернуть. Так что нет, это как шаурму. Потихонечку нарезаем, нарезаем. От нее скоро мало, что один вот этот 4 останется, блин. Который оказывается, хорошо, если окажется початком кукурузы. Окажется не дотыком, как кукурузы. Все, все буду Украиной, не переймайтесь.